Всем доброе-доброе утро. Сегодня 28 мая 2022 год. ЛНР, город Брянка. Солнышко светит. Время 7:30. Ветер. Но ветер такой уже теплый. На градуснике уже 17 градусов тепла. Ну, будет до 26, я смотрела. С утра уже шумно, но где-то далеко. Солнышко какое. Уже чувствуется. Лето уже совсем не за горами. Друзья, сегодня суббота. Мы всех приглашаем на стрим. Мы одну субботу пропустили по известной причине. Поэтому сегодня, надеюсь, все у нас получится. Мы с вами обязательно встретимся. Будем очень рады. Пообщаемся. Акация уже зацвела полным ходом. Гляньте. Это белая. Запах. Запах стоит какой обалденный под деревом. Но я, как всегда, желаю, конечно же, всем-всем мирного неба над головой. Всем крепкого здоровья. Кто болеет, обязательно быстрейшего выздоровления. Семейного тепла, уважения, взаимопонимания. И все у нас будет, друзья, хорошо.